Добренько. Всем добренько. Да, это родной кейс. Мне что прикольнуло в этом кейсе? С обоих сторон надпись Sony, причем это именно лейбл наклеенный. То есть это не просто вот... Видишь? Из двух сторон такой лейбл. Кейс очень мощный, очень тяжелый. Реально очень крутой. Родной кейс, все родное. Значит, видачество головного мозга, я вам скажу. Но смысл в том, что я очень люблю видеоаппаратуру телевизионную. Вот моя мечта еще видео видик Betacam SP75 модель. Так сказать. Вот. Но это все, безусловно, будет плюсом. Во-первых, эта камера будет использоваться в качестве антуража для видеороликов. Она будет стоять у меня вот здесь на полке сверху. Также я могу иногда с нее стримить. Сейчас у меня для стриминга используется веб-камера Logitech Brio. Это самая топовая вебка. Все самые топовые стримеры используют только Logitech Brio. Вот, поэтому я ее купил, чтобы вам было кайфово меня смотреть. Но для аналоговости, для ламповости можно постримить вот с этой видеокамеры. Как-нибудь. Хотя ее очень сложно будет здесь расположить. Плюс у нее, скорее всего, фокусное расстояние такое, что мне надо будет сидеть где-нибудь совсем далеко позади, чтобы я попадал в фокус. Но когда я сниму на нее видеоролик, я в любом случае сделаю такое небольшое видеосравнение. Поставлю ее примерно там, где стоит моя основная камера, которая будет снимать этот ролик. И вы сравните, насколько шагнули технологии, насколько велика пропасть между видеокамерой 70-х годов и современной камерой. С этой камеры можно, соответственно, стримить. Тут провод, BNC коннекторы мне пригодятся. Не обязательно даже к этой камере. В принципе, пригодятся. Вот. Так. Это я тут упаковал неправильно. С этой камеры можно стримить. Я вам больше скажу. Я бы мог даже создать свою телестудию. Блять, что-то не закрывается. Свою старую аналоговую телестудию. Допустим, какие-нибудь заставки запускать с Betacam видиков, монтажный пульт, телевидение. Но это уже, я думаю, лишнее. Вот этого добра. Но в целом, это видеооборудование, которое использовалось когда-то на Останкино, а теперь я могу делать телемост с подписчиками с помощью этого. Телемост с подписчиками с помощью этой камеры. И этого чудного видеомонитора. Пепе вспоминает эти дела. О. Здравствуйте, я видеооператор. Я буду вас снимать. О. Здравствуйте, я видеооператор. Я буду вас снимать. Вот так. То есть эта камера, возможно, снимала голубой огонек. Вот так. Вот так. Ты пизданул чуть-чуть, блядь. Разочек уебу, блядь. А,
спросите ли меня, возможно ли эту видеокамеру подключить в качестве и стримить с нее? Конечно же, возможно. Для этого нужен либо TV-тюнер Beholder, либо видеоконвертер Kramer, который я подключаю к карте захвата, и, в принципе, я с этой камеры спокойно могу стримить. Более того, я могу создать настоящую ключи от чемодана, еще провода и еще провода от этой камеры. Короче, куча проводов. Вот. Дальше больше. И божий дунь, Россия, Россия, Эльбоди дунь.